Вот если бы призраки действительно существовали. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Здорово. Ты тут работаешь, что ли? Было дело. 10 лет горбатился тут как проклятый, а потом не выдержал и выстрелом разнес себе башку. Секреты тяжкая ноша, иногда непосильная. И чем ты занимался? За территорией ухаживал. Могилы копал. Всем тем, чем обычно занимаются смотрители. Как ты понимаешь, я не об этом. Слушай... Ты ведь раньше был детективом, ну а я, скажем так, был скромным смотрителем. Давай без лишних вопросов. Как знаешь, я просто хотел помочь. А что, если его не поймают? Он убьет всех в городе? Не думаю, что это один убийца. Тут работали подражатели. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. Я же сказал, хватит об этом.
Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Тут все рядом. Обожаю этот город. Зачем я так дверью хлопнул? Теперь деньги за окно из зарплаты вычтут. Меня так эти пьяные уроды разозлили. Мне за ними еще и блевотину убирать. Всех клиентов распугали. Зря я дал этой бабе уехать. Надо было полицию вызвать. Значит, за рулем был не Брэд. Это была Лора. Теперь уже все равно, но он будет рад узнать, что... Это не он их угробил. СОУСИ ни о чем не говорит. Стоп. Точно. Мы заезжали на заправку. Заправились вы, будь здоров. Кассиру пришлось убирать за твоим другом Риком. Ты хотел вызвать такси. Боже. Я ничего такого не помню. Когда кассир выбежал на улицу, вы уже уехали. А за рулем была Лора. Значит, это не я. Ужасная, ужасная ночь. Я знаю, я виноват, но хоть не вся вина на мне. Я не знаю, что сказать. Спасибо.
Как это, умереть? Кажется, я видела. Нет. Нужно идти домой. Прямо сейчас. Может, у нового начальника полиции все получится. Уличные драки. Странно, что я вообще прожил так долго. Thank you.
Что тут случилось? Похоже, как будто там ребенок. Помоги мне. Он ведь умер, но я до сих пор чувствую, как он растет, как хочет вырваться. Стоп. Это ты сама? Ты убила своего ребенка? Ты не понимаешь. С ним что-то было не так. Это был не человек, а что-то совсем другое. Что-то ужасное. Что ты вообще несешь? Мне показали будущее. Жуткие картины. Это был единственный способ все предотвратить. Но я опоздала. Их уже было не остановить. Я вижу, как они выбираются наверх из пламени. Надо бежать! От этого никому не убежать. Если хочешь совсем покончить, заставь себя посмотреть правде в глаза. Не могу. У меня нет выхода. Осталась только тьма и огонь.
А когда шли эти процессы? В 19 веке? Надо будет почитать про всю эту историю. Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался от свалившегося на тебя одиночества. Забавно, как все повторяется. Сегодня он впервые стрелял, а обычно предпочитает ближний бой. Так что, если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил копа, он в розыске. Стреляй без предупреждения. Оперативный штаб.